Всем привет, народ. Ну вот смотрите, положили козырек мастера, да? И когда дождь идет, она превращается в жёлоб, короче, и вся вода, получается, на козырьке остается, не стекает. Она же должна стекать с козырька, правильно? Но не в козырьке оставаться. И вот такое после хорошего проливного дождя у меня вся вода как бы в доме. Ладно, это все понятно, надо исправлять. Делаю разметку по периметру в 4 сантиметра, буду делать срез. У козырька должен быть уклон в 1 градус, а его нема. Короче, я в шоке. Наделал такого бардака. Мама, не горюй. А завтра дождь передают. Как я и говорил, дождь. Эх.